2,5 миллиарда рублей 10 лет назад. В 2019-м городской бюджет 13 миллиардов, 7 из которых – дотации. Главная задача сегодня – к 2024 году увеличить казну до 25 миллиардов рублей. Одна из основных задач, исходя из положения программ на сегодняшний день стратегии города, увеличить на 0,5 миллиарда наш бюджет городской. Далее, значит, очень серьезная сегодня работа – это ремонт дворовых территорий. Это вот мы сегодня делаем все возможное, и вы видите, уже бригады зашли, мы до 1 июня завершаем по графику наши городские дороги и уходим во дворовые территории. Уже известно, из городской казны уйдет 49 миллионов рублей на ремонт 153 дворов. Это 46 тысяч квадратных метров внутри дворовых проездов и тротуаров. Взаимодействие с людьми – еще одно важное направление работы городских властей. В этом году впервые глава города отчитывался о своей работе не только перед депутатами городской думы, но и всеми ульяновцами. Мне поступило 135 вопросов, и эти 135 вопросов, я статистику тоже сейчас называл, они многие отработаны. Порядка 24 вопроса, ну 24 конкретно вопроса, они отнесены к долгосрочной. Я лично проверяю выполнение этих вопросов и с населением общаюсь, как это на самом деле происходит. Также на отчете Сергей Сергеевич развенчал слухи о своей отставке. Его контракт не может быть расторгнут до 2023 года, поэтому именно ему предстоит решить и выполнить все поставленные цели и задачи. Марина Тимофеева, Бахтияр Салтанов, репортер 73.